Добрый день, дорогие друзья! С вами международная компания RES Property, застройщик и лучшее агентство недвижимости в Турции. А как мы получили данный титул, вы можете пройти по ссылке в описании. Меня зовут Ирина, и мы рады вас приветствовать в солнечной Алании. Сегодня мы с вами приехали в русскоязычный район Махмутлар. Мы рекомендуем вам после просмотра данного обзора перейти по ссылке в описании, вы найдете больше интересной информации про него. В данном районе вы найдете все самое необходимое для комфортной жизни. В шаговой доступности для вас будут рестораны, кафе, различные магазины. Также здесь есть автобусные остановки, с которых вы сможете добраться в любую точку Алании. Данный комплекс отлично подойдет для тех, кто рассматривает жилье не только для постоянного жительства, но и получения дополнительной прибыли. Данный дом был построен в 2014 году, а до Лазурного Средиземного моря всего лишь 10 минут неспешной ходьбы. А в комплексе вы сможете найти открытый плавательный бассейн с детской зоной и аквапарком, финскую сауну, фитнес-центр, зоны отдыха и барбекю и зеленую ухоженную территорию. А сейчас я вам предлагаю подняться вместе со мной на третий этаж и посмотреть квартиру, о стоимости которой я вам расскажу в конце видео. Сейчас мы с вами поднялись в квартиру общей площадью 65 квадратных метров и планировкой 1+1, в которой входит с правой стороны находится санузел, прямо передо мной хозяйская спальня, которую мы с вами посмотрим чуть позже, и с левой стороны находится салон, это кухня, совмещенная с гостиной. Давайте с нее и начнем просмотр. А сейчас мы с вами находимся в кухонной зоне. Кухня расположилась углом американского плана с гранитной столешницей, со всей необходимой корпусной мебелью и встроенной бытовой техникой. В потолках уже установлено LED и точное освещение. В гостиной нас уже встречает диван, тумбочка и телевизор. Также здесь уместилась обеденная зона. Здесь же можно выйти на просторный балкон. Большим плюсом является то, что балкон уже застеклен, и это дополнительная жилая зона. Здесь же установлен диван, кресло и журнальный столик. Здесь вы можете проводить время со своими близкими и любоваться ухоженной территорией комплекса. А сейчас мы с вами находимся в хозяйской спальной комнате, где уже уместилась двуспальная кровать, две прикроватные тумбочки, большой платяной шкаф и мейкап-зона для девушек. В нашей квартире проведены все необходимые коммуникации и установлена система кондиционирования. А также наша квартира продается от собственника, поэтому все, что вы сегодня здесь увидите, достанется именно вам, новому хозяину. И вам не придется тратить время на покупку новой мягкой мебели и бытовой техники. А в заключение хотелось бы напомнить, что компания RES Property дает гарантию лучшей цены недвижимости по всей Турции. Это значит, что именно наши клиенты становятся счастливыми обладателями качественной недвижимости по самым выгодным ценам. Актуальная стоимость сегодняшнего предложения составляет 55 тысяч евро. Несмотря на то, что у нас самая большая база недвижимости, вы с легкостью сможете найти именно этот объект на нашем сайте resproperty.ru под номером 8167, либо пройдите по ссылке в описании, либо еще проще, пройдите по ссылке в правом верхнем углу. А если вы не нашли домик своей мечты, то не отчаивайтесь, ведь мы еще и строим в соответствии с вашими пожеланиями. Хотите виллу, хотите жилой комплекс. А если вам понравился данный обзор, то ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, задавайте ваши вопросы, наши лучшие менеджеры ответят на них. Не забываем про колокольчик, чтобы не упустить возможность стать счастливым обладателем домика у моря. Всем спасибо за внимание, до встречи!